Чтобы выйти замуж за миллиардера, надо иметь не только доброе сердце. Но у меня ничего нет, кроме моей спермы. Но и план Б. И тогда свадебная вечеринка точно не превратится в полный облом. Я же говорю, чтобы не случилось, придерживаться чертового плана. А чтобы стать человеком года, баллотируйтесь в президенты. Не обязательно хорошо играть в хоккей. На это нужно очень много денег. Или быть настоящим чистильщиком. Я не ношу оранжевые стринги. Поставьте таймер на каждую пятницу. Весь июнь отличные комедии на Иллюзионе+.